Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Сельская жизнь». Я Юля. Сейчас мы будем переносить наших маленьких цыпляток. Им сегодня уже 11 сутки. Понесем их в сарай. Сейчас будем перекладывать, ловить и перетаскивать. Сюда вот будем пересаживать в коробочку и переносить в сарай. Все, вот мы пришли в сарайку. Там у нас испугались большие. Вот сейчас мы будем пересаживать малюток. Давайте, идите. Вот. Давайте. На новое место жительства. Идите. Проверяйте, давайте. Все. Вот. Идите, мои красавчики. Идите. Не бойтесь. Идите. Здесь у нас тепло. Здесь уже нагрелось давно. Тем вот месяц и этим вот 10 дней. Ну, конечно, драться они будут, щипать маленьких. Ну, недолго, недельку вот максимум. А больше не будут драться. Так. Это у нас цыплята несушек. Петушков мы выращиваем и кушаем. А несушечки, курочки остаются. На следующий год будут уже нам, даже не на следующий год, уже, наверное, в октябре-то, в сентябре, в октябре уже будут нести яйцо. Вот так вот. Это мы уберем сейчас. Здесь вот кормушечка у них. Кушайте, мальчики. Идите, кушайте здесь. Большие-то тоже напугались. Вот водичка вам пить. Ну что, разберутся. Нельзя обижать маленьких. Нельзя. Вот. Потом посмотрим. Попозже зайдем. Как они себя тут чувствуют. Сейчас утро. 10 часов утра. Мы вот их перенесли. У нас был опыт. У нас был опыт, что мы переносили в ночь их, но все равно они потом на следующий день дерутся, и продолжается это в течение недели. Вот так, вот они у нас тут обитают. Здесь тоже у нас самодельная вот такая подвесная бункерная кормушечка. Очень удобно, даже если они разбросают корм, они из пола все поднимают. Ну и для страховки еще и вот такой ящичек. Они не закрывают. Уже вот побольше, которые, они уже и отсюда кушают. Потому что в такой вот круглой кормушке им уже места не хватает, когда они вокруг стоят. Вот. Ну вот, прошло уже 2 дня. Вон они уже бегают, шустрики. Сейчас я им насыплю корма и водички налью. Ой, захотели пить. Все было выпито и у тех, и у других. Вот прошло уже 2 дня. Уже они
не сильно боятся. Все друг дружки. Есть бросили. Давай быстрее пить. Вот они наши курёшки. Вот, все около своих поилочек. Здесь у нас тепло. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь градусов. Где у нас тут градусничек? 50, так. Вот, смотрите, 23,5, да, где-то? 23 градуса здесь от них. 23 градуса. Вполне им тут хорошо и комфортно. Вот. Вот, напились, теперь пошли кушать. Пить как захотели. Пить захотели, есть захотели, никто кого, никого не обижает. Да, красавицы мои? Ну, еще подклевывают. Ну, вот такой перевод маленьких, чуть подросшим, вот этим большим вот месяц, а маленьким вот 2 недели. Я делаю как бы всегда вот такой совместный. Недельку вот они еще привыкают, а потом уже никто никого не щиплет, никто никого не кусает, не клюет. И они уже не боятся. Вот. Вот подклевывает. Ох, какие, а! Я вот вам. Разогнали всех маленьких. Ну вот, все напились, едят, клюют. Ну, большие еще, конечно, вот видите, крадутся, сейчас щипнет обязательно. Всех разогнали. Ничего, сейчас они подбегут. Вот выпили почти всю баночку. Чуть-чуть осталось. Сейчас еще долью. И у этих вот в 2-литровой половина. Вот пить захотели. Выдули. Хотя днем наливала им. Вот, все наелись. Вот такое небольшое видео про моих цыплят. Как мы соединяем их. Как содержим. Как кормим. С вами была Юля на канале «Сельская жизнь». Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.